Терновка — вид сливы. Ягода небольшая, кисло-сладкая, с терпким вкусом. Из нее отлично получаются кисели и компоты, которым терн придает очень красивый цвет. Для приготовления компота из терна берите целые, неповрежденные плоды. Поэтому терн нужно предварительно перебрать и удалить плодоножки. После того, как вы помыли плоды, их следует подсушить на полотенце и можно приступать к приготовлению компота. Компот из терновки можно приготовить со стерилизацией или без нее. У меня второй вариант. Из указанного количества ингредиентов получается 1-литровая банка компота. Терн 250 грамм. Сахар 3 столовые ложки. Лимонная кислота 0,25 чайных ложки. Количество порций 3. Подготовьте для компота терн, сахар и лимонную кислоту. Терн хорошо помойте и выложите в стерилизованную банку. Налейте в банку с терном кипящую воду. Накройте стерилизованной крышкой и дайте постоять 20 минут. Затем воду слейте в кастрюлю, а в банку насыпьте сахар по вкусу и лимонную кислоту. Воду в кастрюле доведите до кипения и второй раз залейте терновку. Закатайте крышкой, переверните вверх дном и укутайте в одеяло. Держите в одеяле до полного охлаждения банки. Храните в кладовке. Компот из терна на зиму готов.